Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Всем привет! Сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 49. Нам нужно ответить на вопрос, какой отрезок надо провести на рисунке 10, чтобы получился четырехугольник, ну а потом назвать все вершины и стороны полученного четырехугольника. Чтобы получить четырехугольник, нам нужно соединить точки А и Д, то есть провести отрезок АД. И вот такой четырехугольник тогда у нас получится. Вершинами этого четырехугольника будут точки С, М, Д и А. Давайте это запишем. Ну, а сторонами четырехугольника будут отрезки, которые соединяют вершины. То есть стороны. Это отрезки CM, MD, DA и AC. Если у нас четырехугольник, значит должно получиться 4 стороны. 1, 2, 3, 4. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения. На нашем сайте есть вопросы, предложения или пожелания. Подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.